agradecimiento al comité. Maestra Vida. Pero sí, tiene Rosita. Yo le digo Luis, a Dios le dije ¿Por qué? Porque usted no llegaba. Gracias, muy amable. El grupo no está completo. Volando me he venido. Felicitaciones por vuestro día. ¿Eh? Muchas gracias. A todas las mamás. No, yo no soy mamá todavía. A todas las mamás. Sí. Pero vas con tu mamá. Ay, ya. Novia. Dice que tu casa se cali. Yo te muevo para truco por encima. Chao. 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 Pero a veces pasan por cuadras que sí están totalmente muertas y no hay nada. Ya la logró, porque ha sido mi obra maestra. A ver, ¿siete cuadras? Sí, sí. Ay, mira. Ребят, готовлюсь я к поездке в Россию. Вот что я беру с собой, делюсь с вами. Вот такие вот вещи я приобрела в качестве подарков своим родным и близким. Да, традиционная одежда Перу. Красивая понча. Красивые обувь, шапочка, шерсти альпаки, перчатки, традиционный пейзаж и сумочка. Но это традиционный зверек, морская свинка, куй. Башмаки мне эти очень нравятся, прям очень. Да и вообще, все, что я везу, мне это очень нравится. Думаю, я своих близких удивлю и порадую этими подарками. Это по части сувениров. То, что я приготовила. Домик из аксапампы. А это вот ретабло. Молитвенные домики из якуча. Это вот домики из аксапампы, это чола, кукла чола, жительница Анд. Это вот это перуанский оберег в дом, чтобы от плохих событий, людей, чтобы было здоровье, благополучие в доме. Это вязаная андскими женщинами, сувенирная
сувенир тюльпан. Это флейта традиционная перуанская. Это красивый большой органайзер в перуанском стиле. Это вот такие традиционные деревянные ложки. Да, брелок в виде морской свинки. Вот такие вот ручки. Закладка. Ну, это инструмент традиционный, флейта. А это я летела через Амстердам, купила сувенир. Это мне Марина привезла с Канады. Это привезла сестра моего мужа Таня. Она живет в Нью-Йорке. Это я ехала через Амстердам, купила. Ну, это все сувениры с перуанского рынка. В общем, ну и тут по традиции в Перу носят вот такие вот браслетики. Я их тоже купила. Думаю, понравятся мои подарки. Ну и брелочки всякие разные. Попугай — это вот в стиле джунглей. Вот это вот, вот это в стиле анд. Всякие альпаки и маленькие куколки. Да. Смотрите, какие вот они интересные. Это, кстати, музыкальный инструмент тоже. А также я везу коллекцию сувениров из камней. Ручная работа. Прям целая коллекция животных, и они не повторяются. Животных, проживающих в Перу. Это очень интересная коллекция. В общем, у меня семья в России коллекционеров, поэтому я знаю, что нужно везти, чтобы это не только понравилось, сохранилось на долгие века, но еще и порадовала их. Это уже полная коллекция. А это коллекция из глины, глиняных изделий. Тут вот видите, все в традициях перуанских. Человечки вот эти все. Вот. Также вот эти все блюда. Это все в перуанских традициях. И это тоже коллекция. Разбивать нельзя. Надо все вместе это сохранять. Так что каждому будет своя коллекция в подарок. Мои украшения, которыми я хочу с вами поделиться. Коллекция. Часть из них подарена Эдуарду, а часть из них подарена Марии. Да. Это уже даже есть такие серебряные вещи, которые антиквариат. И тем они мне дорогие и ценные. Даже больше, чем золотые. Коллекция старых монет. Это подарок бабушке. Она сохранила это. Эдуарда и Мария этим не интересуются. И они отдали это мне.